Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, давайте-ка мы сейчас убьем вот этого босса, который тут есть, чтобы хотя бы немного еще прокачать наших покемонов. Да, потому что... А, твою... Да ладно. Не успели мы добежать. Ребята, как я говорил, нужно построить... магазины, магазин точнее, да, потому что, чтобы уже начать продавать наши вещи, чтобы уже можно было покупать другие вещи, покупать алтари и все такое. Это вот, ну, это как бы нам нужно сделать, да. Так, давайте сначала вот это все соберем, что тут есть, уже все выросло. И, в принципе, ребята... Я уже немного построил, то есть я не полностью построил, нет, я уже более-менее построил, то есть еще не хватает оформления внутри и все такого, но в принципе зато уже более-менее все там построено. То есть, ребят, сейчас нам остается сделать продавцов, чтобы уже наконец-то можно было все это продавать, и в принципе, ребята, все, мы уже можем активно начинать прокачивать наших покемонов, как я говорил. Что нам нужно было сделать? То есть, сделать нормально ультраболов, кучу, можно сказать, чтобы было чем ловить. Нужно было сбегать в ад, чтобы добыть себе ресурсов, которые нужны. И, в принципе, что еще? И построить магазин, чтобы сделать продавцов, чтобы можно уже было продавать вещи и покупать. Продавать ресурсы и покупать золото, чтобы делать себе раркенди, и чтобы продавать вещи, и чтобы покупать себе алтари и все такое. И, ребята, более-менее уже так построил. Сначала, смотрите, вот тут наша плавильня, я уже более-менее так достроил. Вот тут такой пол с этого кирпича, да. Вот такой потолок, да, то есть уже более-менее уже и освещение тут есть. И по бокам я вот такое сделал, то есть, ну, не знаю, то есть, вот... Не камин, это не скажу, что это камин, но все же вот более-менее вот так, ребята. Это все я сюда ставил, конечно же, с креатива, то есть не буду я тратить вот эти все вещи, чтобы поставить в рамку. То есть просто оформление, ребят, я это не использую, да, в принципе, алмазная броня нам и не нужна, то есть монстров то нету, а поставить ее сюда ради украшения можно, согласитесь. И, в принципе, ребята, это не выживание, чтобы делать все вещи, это пиксельмон, то есть... Убить нас тут не могут никакие монстры, то есть можно построить, потом этим пользоваться. И вот, ребята, какой я тут построил магазин. У нас вот такой вход, деревья тут такие, не знаю, как это назвать. Вход такой, я как раз вот эти блоки нашел, я не знаю откуда, с какого они вообще мода, но я их нашел, какие-то там вот эти, как это, колонны, да, что-то вот такое. И, в принципе, вот так я сделал, тут у нас цветочечки красиво, фонтанчики по бокам, тут еще одна такая рамка, ну, не рамка, а вот это. И вот такой у нас, ребята, магазин получился, то есть более-менее такое нормальное оформление, тут тоже колонны есть. И вот тут, ребята, вот так, то есть я еще даже не осветил тут, ух, что-то опять лагает, вот это выключим, наверное. Это еще, ребята, не освещал, я тут ничего не делал, но, как вы видите, я хотя бы уже сделал обстановку, что и как тут будет. Поэтому, в принципе, уже нормально. Тут у нас будет один продавец, там второй, тут третий. Вот сейчас, ребята, в принципе, давайте как раз вот это все сделаем, то есть займемся продавцами, чтобы уже их сделать и, в принципе, больше... И не возвращаться к этому, ну как не возвращаться, чтобы сделать уже магазин, чтобы он был. Во-первых, я включу креативный режим, потому что продавцов нужно вот так делать, да. Без креативного продавца вообще никак нельзя сделать. Ну как бы вот это нужно взять, эти вещи. Сейчас. Этого продавца можно куда-то хотя бы вот сюда переместить, чтобы он уже хотя бы вот тут был. Твою ж мать, у него вот этого нету. А какие там цены были? Я вот этого продавца отсюда-сюда переместил, чтобы он тут не мешал. А сейчас у него все цены пропали. Ладно, это я потом поставлю. Эти цены, которые у нас там уже стояли. А сейчас нам, ребята, нужно сделать продавцов, которые у нас будут, чтобы мы могли им продавать вещи. Сначала
Давайте тут же сделаем, прямо вот тут где-то. Да пофиг, какие имена, ну как пофиг, чтобы были нормальные, да? Чё-то нормальное какой-то. Скин ему поставим, чтобы тоже было, смотрелось нормально. Например, что-то нормальное, чтобы было. Не хоть что. Ну, допустим, я не знаю. Нет, этот не хочу. Допустим, просто нужно выбрать какие-то нормальные скины и... Чё-то я вообще не вижу нормальные. Да вот, вот этот пускай будет. А чё там уже ночь? Да, походу там уже ночь. Так. Что тут у нас, ребята, будет продаваться? Давайте же подумаем. Давайте сюда мы будем продавать шапки. Допустим, да? Чтобы сюда продавать шапки, мы берем шапки. Логично. Пока что логично. Где наши шапки? Вот они. Поставим вот это. Вот это. Что за хрень там творится? Я извиняюсь, ребята, если шум слышен, там что-то... кричат, кричут, орут, короче. Думаю, не слышно, но... Так, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Эти я не буду ставить в экспешере вот это, потому что, в принципе, это мы используем, и это не так уж часто и выпадает. Так, дайте-ка я вспомню, как этот. Вот сюда. То есть мы это ставим, да? Сейчас. Ага, да, то есть вот это мы ставим, нет, нет, не вот это, мы ставим, а получаем деньги, да, давайте сейчас посмотрим. Ну, наверное, сейчас берем вот это, то есть нам нужно продавать вот эти все вещи, и... Что-то мне кажется, у него места даже не хватит тут в инвентаре, у него, чтобы мы это все продавали, что-то мне так, ребята, кажется. Да, ну еще 4 места осталось, а у нас тут еще нормально так. 3, 4. Еще вот это осталось, да? Ну давайте, ребята. Я не знаю. Еще одного, что ли, создавать? Потому что вот этот не хватит. Хрен его знает. Я не знаю, ребята, что нам делать. То есть места не хватает, чтобы вот это поставить вот этого чудика. Может просто это продлить, то есть чтобы еще одного поставить. Давайте сейчас посмотрим. Я просто не думал, что столько нам места там нужно. Вот, допустим, как-то так. А тут мы еще одного поставим. Давайте так, допустим. Вот так. Сюда тоже, чтобы все было отличненько. Вот так. И сюда тогда еще одного нужно, то есть нужно еще. Сейчас выберем скин, да, пускай будет вот этот. Да нет, ща. Какой бельмель? Да любой, но просто какой-то американский, я не знаю. Не знаю, ребята. Когда нужно, тогда. Ладно, пока что пускай... Я не знаю, пускай будет Бобби. Нет, Боб. Во, как они красиво стоят, только мне кажется, этого нужно сюда передвинуть. Вот тут его где-то сделать. Давайте сейчас посмотрим. Где ты? Вот тот скин.
Сейчас хрен найдем, да? Вот он. Ну чё ты, Боб? Ну, в принципе, вот так, нормально. То есть сюда мы поставили, а сюда какой там последний итем был? Ага, понял. И сейчас где? Вот, нет, ща, это сюда. Уф, ни хрена себе, чё это? Чё это такое? Bold buy, ух, ни хрена себе, новые значки какие-то, я даже этого не знал. Ну ладно. Так, это сюда, это тоже. Ага, сейчас мы, ребята, тоже это все поставим. Просто-напросто нужно действительно уже сделать продавцов, чтобы они были, чтобы уже можно было все продавать. А магазин можно потом доделать, то есть оформление, да, чтобы не было вот так все пусто. Да, хотя, в принципе, можно и вот так. Например, это мы поставим вот сюда, чтобы место хотя бы заполнить. Вот так. Сейчас, ребята, берем алмазики. Где они? Вот. И ставим сюда. То есть это все по одному. Это, наверное, два, потому что это не так часто выпадает. Вот так. Да, это, в принципе, не так часто. Ну ладно, пускай будет. Так. Вот, один уже готовый. И сейчас еще вот тут. Вот так. Три. Да, ну это... Так, три. Давайте сейчас посмотрим быстренько. Сколько у нас просто в нашем сундуке вот этих шапок. Чтобы знать более-менее, сколько их выпадает. Так, где еще вот тут. Ну, три. Этих две, то есть эти тоже не очень часто выпадают. Вот эти, что я поставил, тоже не очень часто выпадают. Это так нормально. Экспешер тоже не очень часто. О, что тут вот это делает? Что-то ты тут притаился, так и не говоришь за себя ничего, то есть. Что-то мы тебе даже не заметили. Сейчас, секундочку. Шапочки. Не шапочки, а. Не-не-не-не-не, все-таки. Лечилки, сколько. Ух, и тут еще один притаился. Вот так. Лечилочки. Ну, в принципе, тоже не так. Не очень много там всяких. Ага, у нас там мастерболы в сундуке. Я просто такой смотрю, в сундуке 4 мастербола. Думаю, так у нас тоже 4 мастербола. Это я в сундук поставил. Ну, ладно. Давайте, ребят, говорю, вот это уже сейчас закончим, если... Получится вот это уже сейчас все закончить. Что вряд ли, мне кажется, потому что их еще нужно действительно долго делать. Ну как, долго-недолго, но что там еще, что не так уж и часто выпадает. То есть давайте-ка мы еще это сюда поставим. Ну и пускай будет вот так. Отлично, ребята, два продавца у нас уже есть. Я говорю, и потом все это оформление я как-то сделаю, да? Сейчас тут нужно. Тут тоже нужно одного сделать. Какой-то. Сэм, пускай будет. Пу-пу-пум. Чё-то я не вижу никаких нормальных. Вот так, пускай будет. Нет, такого у нас еще нету. Что сюда бы ему поставить, чтобы мы бы тут ему бы продавали. Давайте, допустим, тут ничего, тут тоже ничего. Покеболы пускай еще нет. Вот, лечилочки. Лечилка. Это пускай пока что заберем. Вот так и вот так. Фух. Вот потихоньку мы, ребята, хотя бы уже делаем каких-то продавцов. Сейчас. 1, 2, 3. Ух, я не... Ну, сейчас посмотрим, хватит ли у него места. Если не хватит, вообще будет. То есть, еще одного делать продаться ради там пару лечилок, которые не стались. Сейчас посмотрим, ребята. Вдруг станутся, вдруг нет. Да, в принципе... Да, должны статься. То есть, еще вот это осталось, да, и вот эти. И это сюда. Ух, что, дождь пошел? Давно не было.
Давно дождя не было. Так, и вот это мы тоже вот так ставим. Сюда может две, ребята, то есть оно и не так уж и часто падает, как мне кажется. Напишите, как вы думаете, две стоит или одну. Это потом мы посмотрим. Ну тоже дождь красиво, тут с шейдерами очень смотрится. А, пускай будет, мне кажется. Вот, еще один магазин готовый. Так, сейчас давайте еще посмотрим, что мы можем продавать. Тут у нас ничего. Покеболы. Ну это потом сделаем, пускай пока что нет. Значки нет. Лечилки мы сделали. Тут что? Тут пока что не смотрим. Шапки мы сделали, темки нет. Если темки продавать, мы там только на темках кучу себе заработаем алмазов. Тут давайте что тут посмотрим. А, точно, нам еще камни эволюции нужны. Вот что я забыл. Так, тут пока что ничего. Априконы продавать как-то не очень. Сандстон. Фосилы. Точно, можно же сделать покупку фосилов, ребята. У нас есть два фосила, там еще пару осталось. Но это, ребята, потом посмотрим. То есть вы тоже можете оставлять свои предложения. Хотите ли вы, чтобы мы это сделали или нет. То есть можете оставлять свои предложения, что бы вы хотели, чтобы мы поставили в магазин. Тут камни эволюции, то есть их тоже нужно сделать, да? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Отлично. И тут еще давайте посмотрим, есть что-то. Тут машины, но машины мы продавать не будем, да, то есть нет смысла. О, мы же потом еще, может, мью машину сделаем. Ну, это потом, если мы ее найдем. И покупка... Точно, нам еще нужно сделать магазин, где мы не продаем, а где мы покупаем. То есть в предыдущем сезоне мы не только продавали, мы же еще алтари покупали, там бутылки сопы, там удочки, покеболы мы покупали, еще там что-то покупали, это тоже мы потом, может, как-то сделаем. Ну, сначала нам нужно сделать вот это самое главное, чтобы мы уже могли хотя бы продавать. Тут, в принципе, больше ничего. Кстати, вот эти камни, да, что я говорил, что я их нашел. Ну и рюкзачки! Мы же можем себе купить рюкзачки. Какие-то офигенные. Ну это потом. Хрена там греметь, твою ж. А, тут, да? Нет, 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 нет. Вот сюда. Зидан? Нет. Джимми. Думаю, как-то он так пишется. Вот так, допустим. А, вот этот у нас есть, Джонни и Сэм, то вот этот у нас есть. То есть нам нужно вот это... Да хрен там греметь, ребят, вы что, прикалываетесь? Я не слышу, что тут происходит. В принципе, нам и не нужно тут слышать, что происходит, но все же так гремит, что... Этот у нас... Нет, нету. Джимми, тебе чтобы туда вот так. То есть это мы ставим, да? И вот так. Отлично! То есть уже, ребята, нормально. Это можно тоже так... Ой, это можно тоже вот тут сделать, так как мы сделали, да? То есть вот так. Тут я еще забыл вроде бы его поменять. Вот охренеть, там дурдурдом творится. Так. Тут. Поменялось. И вот у этого. Так, и, в принципе, ребята, я больше не знаю, что мы можем еще продавать. Ну, покеболы, но это я говорю. Ребят, напишите в комментариях, что я забыл поставить, чтобы мы могли не покупать, не покупать. Покупать мы пока что не будем, это мы сделаем потом отдельно. Чтобы мы могли продавать. Что я еще забыл, что можно продавать. Покеболы, это я знаю, покеболы, но еще может что-то есть. Фосил продавать нет смысла, то есть фосил нам нужен, да, то есть его делать. Покеболы. Ракенди нет смысла продавать, ну как бы ракенди, да. Априконы тоже. Шапки. Пемки. Да ты все. То есть тут мы... А, ну да, это... Так, тут у нас лечилки, тут у нас вот это.
Может тут еще одного сделать? Зидан, да чё ты Зидан? Зидана как-то очень хочешь? Давайте. Гарри. Какого-то, допустим, этого не очень хочется. Этого тоже. Может, хотя не, пускай будет какой-то. Я не знаю, ребята, даже. Ну вот красные гангстеры тоже нам не нужны. Короли тоже нет. Полицейские, Макдональдсы. Маги всякие. О, вот этот можно. И сюда что? Покеболы, да? Покебольчики, покебольчики. Так, вот этот, вот этот. Ультрабол продавать. Ну, в принципе, пускай будет вот это. Хотя ультрабол продавать как-то нет смысла, да? То есть, если мы найдем, ну, как бы, если у нас есть ультрабол, то мы его, наверное, все-таки будем использовать, а не продавать. Ну, давайте все-таки поставим вот это, вот это, вот это. Отлично. Давайте же сразу вот ему сюда поставим. И, в принципе, ребята, все продавцы, которым мы продаем, можно сказать, уже готовы. То есть, больше там и продавцов, и не то, что нету. Нету, что им поставить, что мы им можем продавать. Можно поставить еду им продавать за какую-то там не очень большую цену, да, там полстака морковки, там за 3-5 алмаза, за 4. Ну, короче, где-то вот так, потому что, в принципе, ребята, еды у нас и так уже куча. Одевать ее, можно сказать, некуда, поэтому можно сказать, что нам ее нужно куда-то девать, а чтобы ее девать, нужно куда-то ее деть, да, что-то я вообще логично все так рассуждаю. Поэтому мне так кажется, что можно тоже потом сделать магазин, где мы будем продавать еду, чтобы как бы дополнительно мы получаем какие-то там алмазы, да? То есть даже с того, что у нас так нормально есть, и но куда мы практически не... Ну, что мы практически не используем. Сейчас. Дайте подумать, никаких НПС еще не забыл. Да, вроде нет. Вроде нет. Ну ладно. Так, что я там? Давайте-ка мы быстренько ему вот... И там у нас есть боссики. Мим. О! Их можно убить, ребят. Я вот так быстро полечу в этом, чтобы не выключаться. Потому что мы еще там, в принципе, толком, да... Хотя нет, уже можно выключить. Да не ты, ты не ты. А вот ты. Отлично. 63. Ух, сейчас Иви. Только не... Чуть не убил. Ага, вот тут уже пропал. Ну, ух. Ну, два алмаза, ребята. То есть это, в принципе, нормально. Два алмаза вот так. С босса. Это мы... Нет, вот что... Сейчас. Кстати-ка, ну пока что, допустим, мы еще не будем делать вот этих продавцов, да? То есть это можно пока что... Да нет, это можно пока что вот сюда поставить. Сделали мы самых главных, которые мы... Да что ты гонишь-то? Сделали мы самых главных, которые мы можем продавать. То есть так, это уже отлично, мы уже можем себе нормально такие вещи добывать. И продавать вот все наши вещи, которые вот тут есть у нас. Это уже нормально, ребята. Вот так. Куда нам еще можно пойти? Точно, нам нужно вот это поставить на пережарку. Картошку, которую мы добыли. Картошечку. Как тут уютно, да, в этой половине. Ну, так, нормально. Так, еда у нас тут, да. Вот это ставим. И вот это ставим. А ну, еды у нас тут. Еды у нас тут до хрена, ребята. У нас
4 стака картошки, то есть этого хватит. Еще и вот арбузик тут, 28. Нормально, ребята, в принципе, так думаю, давайте на этом уже закончим. Сделали мы практически... Сколько мы там сделали? 3 продавцов? Это нормально, ребята, в принципе. Я еще раз говорю, если у вас какие-то... Если у вас есть какие-то идеи насчет продавцов, то есть что мы можем еще добавить в продажу, что мы можем продавать. Ну, я сказал, что... мы можем поставить еще еду, то есть еды у нас уже куча, вы видели, которую мы, в принципе, не используем. То есть стак картошки нам хватит там на нормальное время. Охренеть, этот дождь, шейдерами он еще такой более, знаете, ни хрена не видно. Так. А вот давай ты. Отлично. И давай еще раз. Отлично. 3 алмаза, если это все продать. Так, этого не будем. Ух, как там дождь слышно. Ну, такой, можно сказать, отлично так смотрится с шейдерами, то есть офигенно. Потому что я хочу еще попробовать другие шейдеры, вот эти, например, если не выкинет. Охренеть, с этими вообще, кажется, конец света наступил. То есть вообще все черное и толком ни хрена не видно. Вот то, что свет очень яркий, то есть если так приблизиться, то даже глаза срежут. Ну вот с этим реально, если вот так бегать, то это вообще кажется конец света какой-то. А ну давайте. Реально конец света, кажется. Вот с этим еще более-менее так видно. То есть, конечно, все темно, но не так темно, как с теми шейдерами. Вот так. И, в принципе, ребята, давайте, в принципе, на этом уже закончим. То есть, говорю, сделали мы парочку продавцов. Вы уже посмотрели, какой я построил магазин. То есть, такой нормальный, можно сказать. И, в принципе, ребята, не забываем, что чем больше лайков, тем быстрее выйдет серия. Если наберем 100 лайков, то сразу выйдет новая серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи, всем пока.